Это была единственная дорога, по которым жители нашего поселения, деревни Мильково, выходили ко всей инфраструктуре. Тут транспорт, здесь, значит, магазины, все, в школу детей водили. Он снял эту дорогу, совхоз имени Ленина, мотивируя тем, что как бы поле и вся дорога его. Как она оказалась, поселковая дорога, в его ведении, когда существуют у нас законы, что поселковые дороги не приватизируются. Несмотря на то, что администрация просила прекратить эти работы, потому что оформляется сервитут, они все-таки продолжали и вот дошли до середины. Ни скорая, ни пожарная, никто к нам не может. У нас вот единственный въезд тут, который был. Здесь находится порядка 10 хозяев, и вот там находится еще 4 хозяина. И получается, что все люди сейчас оказываются как в мешке. Чем закончится эта история, пока не ясно. Очевидно лишь одно – дорога жителям деревни необходима. Александр Шишов, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. А у нас в гостях начальник управления земельно-имущественных отношений администрации Ленинского района Дмитрий Чувеев. Дмитрий Владимирович, разъясните ситуацию. Добрый день. В конце прошлого года в администрацию Ленинского муниципального района обратились жители деревни Мильково по вопросу невозможности использования той дороги, которой они пользовались ранее, в связи с тем, что ЗАО «Совхоз имени Ленина» было установлено ограждение и поставлен забор. В этой связи руководством района была поставлена задача моему управлению проработать вопрос об установлении публичного сервитута, в связи с чем было выпущено соответствующее постановление, назначены и проведены общественные слушания, которые состоялись 26 января. В настоящее время оформляется протокол общественных слушаний, который будет опубликован в установленном законном порядке и в газете «Видновские вести», и на официальном сайте размещен. После этого будет принято решение об установлении публичного сервитута. Так когда реально будет открыт проезд, уже решено? С учетом всех тонкостей юридических процедур говорить о открытии проезда и возможности использования данного земельного участка можно не раньше, чем конец апреля данного года. В связи с тем, что данный участок сначала должен быть сформирован, поставлен на кадастровый учет, и только после регистрации, государственной регистрации сервитута можно говорить о том, что публичный сервитут установлен. Дмитрий Владимирович, спасибо за информацию. Я напоминаю, что у нас в студии был начальник управления земельно-имущественных отношений администрации Ленинского района Дмитрий Чувеев.